Вам и показать, как вязать такие вот самые-самые простые шапки Бини гладью. Самое, наверное, интересное в этих шапках состоит то, что вот у них здесь выполнен подворот. Подворот можно исполнять разными методами. Я показываю, как я это делаю. Такие шапки можно вязать абсолютно из любой пряжи. Вот эта шапка связана из шерсти, из ровницы, из достаточно толстой пряжи, она очень теплая, классная, и даже на, на зиму подойдет. Единственное, что обычно такая пряжа немножко колкая и не всем подходит. С же я буду вязать вот такую шапку из стопроцентного мериноса бикмерина от Drops. Эта шапка, конечно же, намного мягче, намного приятнее, но она, скорее всего, подойдет только на осень, зимой уже в ней будет прохладно. В любом случае, мне кажется, такие шапки всегда будут актуальны, они всегда подойдут любому человеку, к любому гардеробу, зависит лишь от того, какую пряжу вы выберете, на шапку уходит. Вот и конкретно на это у меня ушло 110 грамм. Как обычно, в два моточка шапки не укладываются никак. Приходится третий начинать. Вот у меня сколько осталось от моточка. Но ну, это стандартный такой расход пряжи на шапку, даже на такую простую шапку гладью. Кстати, еще покажу, что шапку здесь я закрывала пятью клиньями, вот таким образом. Ну и опять же, в этом мастер-классе вы все это увидите, все узнаете. И я покажу, как именно я это делаю. Прежде всего, хочется обозначить те материалы, которые нам потребуются для шапки. Я свою шапку буду вязать из пряжи от Drops 100% Merinos Big Merino. Метраж 50 граммах 75 метров, вы можете подобрать любую пряжу сходного толщины, сходного метража, хотя я буду рассказывать, как рассчитывать эту шапку, у вас может быть пряжа абсолютно любая. Ну и, соответственно, конечно же, к пряже нам нужно подобрать спицы. Несмотря на то, что у пряжи Big Merino рекомендации 5 миллиметров. Шапки я всегда вяжу более, плотными, более плотным полотном, более тонкими спицами. Поэтому для основного полотна я буду использовать спицы номер 4. И нам еще понадобятся очень тонкие спицы. Вы можете взять там на полтора размера меньше. Я как раз беру на полтора, ну или на полтора, на два обычно, на один, может быть, даже маловато. Я беру на полтора, у меня спицы два с половиной. Мои спицы и те, и другие на короткой леске. Мне так будет вязать удобнее, вы вяжете как вам удобно. Кто-то вяжет и на чулочных, кто-то вяжет на спицах с длинной леской, используя метод Magic Loop. Это уже на ваше усмотрение. Я думаю, что этот мастер-класс будет понятен для всех. Ну и, конечно же, такие мелочи, как маркеры. Возможно, понадобится нам иголка для закрытия петель. Опять же, кому как удобно, кто-то крючком это делает, ножницы, счетчик рядов, если вы ими пользуетесь. Ну, в общем, все как всегда, вы уже тут сами регулируете, насколько вам удобны те или иные инструменты. Давайте поговорим про расчеты. Конечно же, для того, чтобы рассчитать нужное нам количество петель для этой шапки, нужно связать образец. Я вязала из точно такой же пряжи Big Merino из другого цвета. У меня просто был остаточек, и для того, чтобы не тратить пряжу, нужную мне для шапки, я использовала вот этот остаток. Пряжа та же самая, с тем же самым метражом, того же качества. Очень рекомендую для изделий, которые вы вяжете по кругу, вязать образец также по кругу, поскольку плотность прямыми и обратными рядами и плотность при вязании по кругу может быть разной. У меня она 100% разная, я вяжу по кругу более плотно, соответственно, именно такой образец нам даст более точную картину плотности будущего нашего изделия. В моем случае, после того, как я связала образец спицами номер 4 из этой пряжи, у меня получается, что в одном сантиметре ровно две петли. Очень удачно получается. Конечно, уже у вас может быть совсем другое значение. Эту плотность я себе записала. Я буду вязать шапку на обхват головы 58. Для того, чтобы вычислить, сколько нам надо, какой обхват шапки должен быть, я обычно вычитаю от 10 до 20 процентов от обхвата головы. Зависит от пряжи, от того, какая будет, какое полотно будет на шапке, узор и все такое. Да? Я в данном случае, несмотря на то, что меринос у нас очень сильно тянется, я буду вычитать 15 процентов поскольку э, нижнюю часть шапки я буду вязать очень плотно на тонких спицах, о которых я вам уже говорила, на два с половиной. Соответственно, полотно будет очень плотное и не очень хочется, чтобы оно сильно э, голову стягивало. Поэтому я не беру максимальное значение 20%, но и не беру минимальное 10%, поскольку меринос, как я уже говорила, достаточно хорошо тянется. И 15% процентов э, от 58 это примерно 9 сантиметров. Соответственно, сама шапка у нас должна быть 49 сантиметров. Учитывая нашу плотность, что в одном сантиметре 2 петли, Получается, что должно быть 98 петель. Соответственно, если у вас другая плотность, вы точно так же составляете пропорцию, да, и высчитываете э, то количество петель, которое у вас получится. Но стоит учитывать, что шапку у нас, шапка будет закрываться клиниями. Какое количество клиньев, тоже, опять же, вы можете сами для себя выбрать. Я буду использовать... 5 клиньев. Вот я покажу вот такую шапку для примера. Она связана примерно так же. Точно так же будет здесь. У этой шапки также есть подгиб. Дальше идет полотно, связанное гладью. И эту шапку я закрывала четырьмя клиньями. Клиньев может быть и 4, и 5, и 6. В данном случае я хочу использовать 5 клиньев. Почему именно сейчас я об этом говорю? Дело в том, что это нужно учитывать и при расчетах, поскольку если мы закрываем пятью клиньями, нам надо, чтобы наше количество петель делилось на 5. Соответственно, нужно округлить до какого-то числа в зависимости от того, насколько клиньев вы хотите разделить шапку, ну, точнее, как закрывать шапку, да. Я округляю большую сторону от 98 петель, я перехожу к 100 петлям, то есть у меня будет 100 петель на шапке. И давайте перейдем уже именно к тонкости вязания этой шапки. Здесь будет подгиб подгиб все вяжут по-разному зачастую во многих мастер-классах бывает такой метод что вы набираете петли на бросовую нить вяжете какую-то ширину нужную этого подгиба потом подгибаете и вяжете уже потом здесь лицевыми петлями до да, после подгиба Хороший метод. Я хочу вам показать немножко другой метод. То, как я это делаю, возможно, кому-то он также понравится. Дело в том, что я набираю вот здесь вот петли итальянским наборным рядом. И далее вяжу поло резинкой вот эту часть. Соответственно, у нас получается такие два полотна с двух сторон. То есть мы сразу вяжем два полотна этой шапки, этого подгиба. Соответственно, нам нужно набирать в два раза больше петель. И для того, чтобы нам связать подгиб тем методом, о котором я говорила, нам нужно набрать не 100 петель, а в два раза больше, соответственно, 200. И еще я пишу, что нужно одну петлю для того чтобы красиво замкнуть петли в круг. Соответственно, при моей плотности на обхват головы 58 см для шапки нужно набрать 201 петлю. Для того, чтобы вот эта часть подгиба, эта часть шапки очень плотно лежала по голове, мы должны использовать не те спицы, которые мы учитывали вот в этой части шапки. Да? То есть тут вот у нас эта шапка широкая и связана э, теми спицами, из которых был связан образец. Эта же часть плотнее, двойная, она должна нам греть уши и должна держать, удерживать шапку на голове, скажем так. Да? И если мы будем вязать теми же спицами, что и это полотно, то шапка у нас просто будет ну, как колокольчик. То есть тут логика та же самая, как и при вязании резинки для шапки, там, например, с косами. Да? Мы всегда для резинки используем спицы меньшего размера, меньшего диаметра, а потом уже переходим на основное полотно, на основной узор большими спицами. Как я уже сказала, петли мы будем набирать итальянским методом урок по тому как набирать петли итальянским методом уже вышел на моем канале буквально до этого видео или можете найти в плейлисте мастер-классы там этот урок уже тоже находится мы с вами формируем достаточно длинный кончик нити для того чтобы нам надо для того чтобы мы смогли набрать 201 петлю как я уже сказала, что урок у меня на этот наборный край существует, но тем не менее я тут, конечно же, тоже покажу, как набирать петли. Итак, мы натягиваем нить таким образом, чтобы у нас формировалась вот такая натянутая часть нити между указательным и большим пальцем кусочки, оставшиеся вот части нити мы зажимаем оставшимися пальцами. То есть, в общем-то, нить берем таким же образом, как при наборном крае длинный хвост, ну, на самом классическом наборном крае. Да? Первую петлю мы формируем таким образом. Просто обматываем спицу вокруг нити, и у нас петля, петелька сформировалась. Теперь для того, чтобы начать именно этот итальянский наборный край. Мы спицей подныриваем под нить, которая у нас натянута на указательном пальце, и дальше ведем над нитью, которая натянута над большим пальцем. Таким образом перекрестили нити, и у нас еще одна петля сформирована. Теперь делаем то же самое, только с другими пальцами. Подныриваем под нить, которая у нас натянута на большом пальце, и ведем сверху над нитью, которая натянута на указательном пальце, точно так же обкручивая нить вокруг спицы. И снова под указательный палец, да, под нить от указательного пальца, и над нитью, которая натянута на большой палец. И снова под нитью от большого пальца, над нитью от указательного пальца перекрутили. И таким образом набираем 201 петлю. Так, у меня набрано 200 петель. Мне нужно 201 петлю сделать. Это мы делаем самым обычным методом, как и при наборном крае длинный хвост. Таким образом, последнюю петлю сформировали. Все, у нас 201 петля на спицах. Распределяем петли по спицам равномерно. И теперь нам нужно сомкнуть петли в круг. Каким образом я это делаю? Итак, я самую первую петлю провязываю лицевой. То есть она у нас перешла на правую спицу. И здесь же вот эту последнюю сформированную на нами петлю, петлю я провязываю через вот эту уже провязанную лицевую петельку. Все. У нас спицы, петли в круг замкнулись. Далее нужно вязать полой резинкой. Поскольку мы вяжем по кругу, у нас один ряд будет тогда, когда мы провязываем лицевые и изнанку снимаем. Другой ряд у нас будет наоборот. Мы будем провязывать изнанку, а лицевые будем снимать. Нить будем оставлять за работой. Как в, при таком мет, наборном методе понять, где у нас изнанка, где лицевая. У нас все петельки э, делятся на две. Одна петля будет с такой перекладиной перед спицей, другая будет без перекладины. Так вот, та петля, которая с перекладинкой, это у нас изнаночная. Будем так считать. А без перекладинки это лицевая. Соответственно, в первом ряду, вот у меня идет первая, вот это вот как раз э, петля с перекладинкой, я нить оставляю перед работой, эту петельку снимаю. Следующую как лицевую провязываю. Следующую у нас опять изнаночная, я ее снимаю нить перед работой лицевую провязываю. И таким образом мы с вами вяжем первый ряд. Я дошла до той петли, которая у меня была сформирована тогда, когда я заключала петли в круг. Я ее провязываю лицевой. И все, мой ряд закончен первый. Я вешаю маркер начала ряда, чтобы мне не путаться дальше. И буду вязать следующий ряд, уже как я говорила, изнаночные провязываю. А лицевые снимаю, нить оставляю за работой. Изнаночные провязываю, лицевая оставляю за работой. И таким образом я вяжу второй ряд. Таким методом, повторяя первый и второй ряд, который я вам показала, будет вязаться вся ширина отворота. И ширина отворота, она может быть абсолютно разной в зависимости от того, какие шапки вы предпочитаете. Можно опять же взять за аналог шапки с резинками. И вот какие резинки вы любите, на такую ширину вы и можете вязать этот подворот. Я люблю широкие резинки. Вот здесь вот давайте посмотрим. Отворот получается где-то 5,5 сантиметров. Я думаю, что я точно так же буду вязать отворот примерно 6 сантиметров. То есть мы с вами полой резинкой провязываем ну, условно 6 сантиметров. Вы можете меньше, больше, в зависимости от вашего желания. Полой резинкой я связала 6 сантиметров. И у меня так удачно произошло, так удачно сложилось, что как раз на этот подворот у меня ушел ровно один моточек. Ну, то есть чуть-чуть вот тут осталось. Я думаю, что я сейчас, когда буду вязать следующий ряд, у меня как раз ниточка закончится и будет легко спрятать кончик, кончики пряжи, моточков в вот этот подворот. Итак, что же мы делаем дальше? Я сейчас тут провяжу две петли. Дело в том, что я оставила две петельки, чтобы маркер у меня не слетел. Ну, его можно, в принципе, сейчас убрать. Теперь нам нужно выйти именно на, ту, на то количество петель, которое у нас было по расчетам. То есть было 200 петель, пока я вязала вот эту полую резинку. Да? Теперь мне нужно перейти на 100 и перейти на те спицы, по которым было, были сделаны в общем-то, расчеты. Я перехожу на четвертые спицы и очень просто провязываю по 2 петли вместе. Очень важно провязывать таким образом, чтобы именно лицевая петля была сверху. То есть я буду провязывать методом 2 петли вместе с наклоном вправо, просто лицевой. И таким образом у меня сверху остается лицевая петля. И так я поступаю. Так, у меня тут что-то запуталось. Нет? И так я поступаю со всеми остальными петлями. Просто провязываю две петли вместе. С наклоном вправо. И смотрите, какая красивая Полосочка получается с изнаночной стороны. Просто полоса изнаночных петель. Я провязала один ряд, провязав все петли по две вместе. У меня на спицах ровно 100 петель. Я, как и планировала, у меня как раз тут закончилась ниточка. Я пока не завязала, но я потом завяжу узелок и спрячу кончики уже вот в этот подворот. И дальше мы будем просто вязать лицевой гладью. Нужно посчитать, сколько петель, сколько рядов нужно вязать лицевой гладью. Давайте мы с вами это сделаем. Я обычно вяжу шапки высотой 23-24 сантиметра. Это такая высота шапки, при которой немножко идет припуск по голове, то есть это шапка не по голове, а сверху остается такой небольшой остаточек, да, ну припуск. Соответственно, я тут пишу 23 сантиметра, из которых 6 сантиметров мы уже связали. Соответственно, нужно связать еще 17 сантиметров. Еще скажу оговорку, я вот пока пишу 23, но возможно я провяжу 24 сантиметра, это я уже по ходу буду решать, то есть тоже вы смотрите, можете измерить свои шапки, плюс-минус, да, насколько вы любите длину этой шапки, в зависимости от этого производить расчет. Я показываю на примере шапки 23 сантиметра. Опять же, да, возвращаемся к нашему образцу, и нужно померить, какая плотность по рядам. У меня так удачно сложилось, что у меня в общем-то в одном сантиметре получается ровно 3 ряда. И для того, чтобы связать 17 сантиметров шапки, соответственно, нужно провязать 17 умножить на 351 51 ряд. Но стоит учитывать, что какое-то количество рядов у нас уйдет на убавление петель для макушки. И сколько петель и сколько рядов, точнее, нужно будет провязать просто гладью без убавлений, нам тоже нужно с вами вычислить, ну и сколько, соответственно, рядов уйдет на убавление. Опять же, стоит учитывать, что из тех 100 петель, которые у нас сейчас на спицах, мы не все будем убавлять, да, у нас пойдет сколько-то петель на стягивание, соответственно, на закрытие макушки, скажем так, да, то есть оставшиеся какое-то количество петель мы просто стянем ниточкой в моем случае я пишу 10 петель потому что 5 клиньев от каждого клина у меня останется по 2 петли и я 10 петель совершенно спокойно стяну ниточкой в конце соответственно вот эти 10 петель мы не должны учитывать в расчетах и нам нужно в таком случае убавить не 100 петель а 90 да? при убавлении пятью клиньями при разделении полотна на 5 клиньев мы будем в каждом клине убавлять по петле соответственно в каждом ряду будет убавление по 10 петель да? то есть у нас в каждом ряду минус 10 петель чтобы убавить все 90 петель соответственно нам нужно провязать 9 рядов опять же, убавление буду делать не в каждом ряду, а в каждом втором ряду. Соответственно, чтобы произвести убавление вот этих 90 петель, нам нужно связать 18 рядов. То есть за 18 рядов у нас из 100 петель превратится в 10 петель. И, как мы помним, для того, чтобы вообще всю длину шапки связать, нужно 51 ряд. Из этого 51 ряда мы убавляем 18, те, которые у нас уходят на макушку. Всего гладью нужно связать 33 ряда. Опять же, да, стоит учитывать, что если вы хотите чуть длиннее макушку, возможно, вам нужно не 33 ряда связать, например, а 36, ну, на, на сантиметр больше, поскольку в одном сантиметре 3 ряда. Ну или меньше, если вы хотите. Я думаю, что я все-таки на 1 сантиметр побольше свяжу, но посмотрим. Я уже буду по факту э, смотреть. Ну и все. Тут э, давайте вяжем э, самостоятельно гладью, просто спицами теме, на которой у нас был расчет, лицевой гладью нужно отвязать то количество рядов, какое у вас получилось по расчету. Перед тем, как вывязывать э, клинья для убавлений, я подключусь. Я связала 36 рядов глади. Дело в том, что я еще параллельно шапку примеряла, и вот э, я решила, что пусть у меня лучше будет больше торчать эта шапочка над головой. И поэтому решила еще сантиметр прибавить, о котором я вам, в принципе, уже и говорила. Так уже выглядит шапка. Она приняла, в общем-то, свой вид достаточно понятный уже. Вот тот самый подгиб, который мы с вами вязали. Он плотный, на ушах будет хорошо сидеть и утеплять эту зону головы. И сейчас мы с вами приступаем к бавкам. Нам нужно разделить все наши петли на 5 частей. Поскольку петель 100, соответственно, по 20 петель я буду отделять. Я для этого взяла вот такие маркеры. Обычные лампочки можно абсолютно любые маркеры для этого использовать. Можно использовать ниточки. Я буду пользоваться вот такими. Обычно я отсчитываю 20 петель не от самого начала, не от начала ряда, а как раз таки начало ряда делаю посередине одного из клиньев. Дело в том, что так будет удобнее убавлять петли. Ну, по крайней мере, мне. Может быть, вы делаете по-другому, но я рассказываю, как я обычно вяжу. И, значит, от этого маркера я буду отступать 10 петель. Раз, два, три, 4, 5, шесть, семь, восемь, девять, 10. Ставлю маркер, то есть это у нас здесь будет граница между двумя клиньями. Следующий маркер будет через 20 петель. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать. Так, тут главное не ошибиться. Все маркеры расставить через ровное количество петель. Лучше, конечно, перепроверить потом. Все, я расставила все свои маркеры, у меня получилось везде по 20 петель между маркерами, ну и, соответственно, до начала ряда и после начала ряда по 10 петель. Мы сразу с вами равняемся на маркеры, то есть абсолютно спокойно вяжем лицевыми петлями до маркера, не довязывая 2 петли. Так, 2 петли. У меня до маркера осталось 2 петли. До маркера 2 петли убавляем методом провязывания. 2 петли вместе с наклоном влево. По-разному можно делать эти убавки. Эти убавки я делаю таким образом. Первую петлю снимаю, приснимаю на правую спицу. Следующую петлю провязываю лицевой. И ту петлю, которую мы сняли, перекидываем на провязанную спицу. Таким образом у нас получилось из двух петель одна. При том, что сама петелька, которая провязана, она получилась с наклоном в сторону маркера. Маркер переснимаем. И здесь опять же нужно провязать две петли вместе, но уже с наклоном вправо. А здесь просто Провязываем 2 петли вместе лицевой, вот такая убавка получилась. Тоже из двух петель получилась одна, и петелька смотрит как бы вправо в сторону маркера. Опять также вяжем лицевыми петлями до следующего маркера, точнее, оставив 2, 2 петли перед маркером. две петли перед маркером. Точно так же первую петлю перекидываем на правую спицу, следующую петлю провязываем и перекидываем петельку, которая была снята, на уже провязанную. Готово. Маркер переснимаем, две петли вместе. Таким образом довязываем до конца ряда. Еще стоит сказать, что диаметр шапки постепенно будет уменьшаться. И если вы вязали, как и я, на спицах с короткой леской, то уже будет вязать очень удобно. Для того, чтобы продолжать вязание и чтобы было комфортно, так вот у меня как раз я убавляю петли в сторону маркера. Маркер переснимаю. Две петли вместе с наклоном вправо. Для того, чтобы было удобно вязать, можно перейти на чулочные спицы, если у вас есть чулочные спицы такого же диаметра и вязать дальше чулочными спицами. Можно взять спицы того же размера, но с леской более длинной. Ну или если у вас, так, снова, да, убавка с наклоном влево маркер бавка с наклоном вправо или если у вас съемные спицы, как у меня, то я переснимаю спицы на более длинную леску. Я беру не слишком длинную леску. Сейчас вот я ряд довяжу и покажу, как я это делаю. Кстати, еще заканчивается моточек, уже второй. То есть, на шапку нужно будет три мотка. В принципе, это абсолютно стандартный расход пряжи для шапки, ну, пряжи. Понятно, что меринос он и тяжелый, и в этой шапке используем достаточно толстый меринос. Поэтому расход, ну, такой, где-то 120-130 грамм будет шапочка. Итак, я довязала до начала ряда, я одну петельку не провязываю, чтобы у меня маркер не слетел. И очень просто вот эту спицу я откручиваю, здесь можно поставить стопер. Я стопер сейчас с собой не взяла для съемки, но ну, я сделаю вот таким образом, просто зафиксирую маркером просто через дырочку вот таким образом я зафиксировала, чтобы вот этот край лески не попал к нам в петлю, чтобы вот он зафиксирован был. И точно так же я одну спицу надеваю на более длинную леску. Также сделаю кончик для лески, чтобы он у нас через него петельки не вылетели. Все, таким образом. Я сейчас вяжу следующий ряд, не делая убавки. Я уже говорила, что мы с вами будем делать убавки в каждом втором ряду. Соответственно, этот ряд я просто провязываю лицевыми петлями, где у нас были... Убавки тоже просто провязывали своими петлями. Маркер переснимаю, вяжу дальше. Ну и примерно на половине ряда, понятно, что половина ряда у нас будет вот где этот маркер, но не довязывая немножко до этого маркера, я вытягиваю леску и делаю как бы петлю вот таким образом. И мне так будет вязать удобнее. То есть вот эту петлю я здесь оставлю и буду вязать дальше с учетом этой петли. Я довязала до конца ряда. Теперь можно немножко так присборить петлики. И сейчас на конец лески, на котором у меня был маркер, ну или стопер, этот стопер я должна убрать и прикрутить спицу. И дальше на более длинные лески мне будет вязать удобнее. Дальше вяжем самостоятельно, убавляя в каждом втором ряду, то есть повторяя вот эти действия. Да, сейчас у меня опять будет ряд с убавками, потом ряд просто лицевыми, до тех пор, пока на спицах не останется 10 петель. Ну что, я провязала убавки по 5 клиньям. У меня осталось на спицах всего 10 петель. Убавки выглядят вот так. По-моему, очень аккуратно. 5 клиньев шапочка. Все. У нас остался самый простой и самый последний этап. Нам нужно стянуть эти все наши оставшиеся петельки нитью ну и завязать узелочек. Можно абсолютно разными методами это делать. Я вам покажу метод при стягивании иголкой. Если вы обычно стягиваете крючком, в принципе, как по кому как удобно. Я просто продеваю нить через ушко трикотажной иглы. Игла абсолютно может быть разная. У меня вот такие пластиковые иглы. Может быть и металлическая игла, но главное, чтобы у вас пряжа прошла через это ушко у иглы. И я просто собираю петли, убираю тут лишние маркеры, они нам уже не нужны, собираю петли на эту иглу. 5 петель с одной стороны, ну, я просто сразу протяну ниточку. И оставшиеся петли с другой стороны маркера убираю все спицы освобождены затягиваем я э, узелок не делаю с лицевой стороны я просто вот таким образом переведу, нить на изнанку. Она у меня будет на изнанке вот таким образом. Потом здесь буду делать узелок и убирать, убирать все уже кончики в том числе. Вот тут у меня моточек был присоединен. Вот здесь был моточек присоединен, о котором я вам уже говорила. Да? Все, шапка наша готова. Ее, конечно же, надо ну, во-первых, кончики спрятать, ее надо постирать, отпарить, если нужно, но я вряд ли буду отпаривать. Она, конечно, у меня такая немножко мужская получилась в таком цвете. Но понятно, что вы можете эту шапку вязать в любом цвете. Я вам показала базовую модель шапки. Абсолютно спокойно вы можете писать какие-то узоры вот здесь вот. То есть я думаю, что понимая логику вязания шапки такого образа, да, то есть вы можете уже приступать дальше к своим каким-то идеям, формировать шапки так, как вам удобно. И давайте еще раз покажу вам, какое у меня получилось закрытие. Такая вот звездочка из пяти клиньев. Все очень аккуратно, хорошо. Шапка готова.